Виноват. Случай, больше ничего. Ну, дай мне денег. О, Господи, когда все это кончится? Я то я подумал скандал. Здесь выставка. Я приехал на выставку. Леш! Ты мне никогда не веришь. День и ночь работаю. Я стерла себе руки. Не смей пить на мои деньги, слышишь? О. Она смотрит. Эта картина потрясает всех.
внимание на желтое пятно на левом мизинце. Оно как бы трепещет. Теперь перейдем к диаметрально противоположному художнику. Дай деньги. Здесь опять обратите внимание на дерево. Тут тоже желтое пятно. И вы чувствуете, как волнует вас этот пейзаж. Колорит его яркий, но сдержанный. Вы видите, как это желтое пятно контрастирует с этим черным. И как бы перекликается с ним. Эмоциональное воздействие такого сочетания обычно потрясает зрителя. Почему пейзаж может волновать зрителя? Почему он заставляет задумываться над социальными, политическими и философскими проблемами? Почему? На это нам дает ответ картина нашего городского художника. Что здесь изображено? Домик. Но какой это домик? Вы чувствуете, как тепло струится на вас полотна. Тут живут прекрасные, добрые, благодетельные люди. Наверное, они трудятся и живут дружно и прекрасно. В самом высоком смысле этого слова. Вот что передал нам художник при помощи кисти и композиции. А может, такого домика вовсе нет. Перейдем дальше. Вы опять видите? Почему пейзаж может наводить на философские размышления? Ответ на это вы получите в этой картине. Что здесь изображено? Домик. Но посмотрите, какой это домик. Вы чувствуете, как тепло струится на вас полотна. Тут живут прекрасные, честные, благородные и чистые люди. Наверное, они трудятся и живут дружно и весело. У них, наверное, много детей, и они очень хорошо живут. Теперь мы можем перейти к следующей картине, чтобы ответить на следующий вопрос. Почему пейзаж наводит на философские размышления? Вы видели не только картины, а сейчас вы увидите, почему социальные размышления. Рихтер. А за крыльцом мусорное ведро, его не видно. Хорошо, что не видно. Это кольцо доктора Супермана. А это моя рубашка. Это? Это не твоя рубашка. Как не моя? Это рубашка профессора Хинчина. Позвольте. Это наш дом.